На Кубке губернатора Нижегородской области по танцевальному спорту Владислав Захаров и Мария Казанцева исполнили латиноамериканскую программу из 5 танцев – самбо, чача, румба, пасодобль и джайв. В Нижнем Новгороде воспитанники студии спортивного бального танца «Дека» завоевали бронзовые медали по своему разряду и вышли в финал. Это международный турнир, были соперники из разных городов, республик. Также наши соперники – это наши соклубники, с которыми мы видимся каждый день, но на соревнованиях нам приходится вместе встречаться, и мы выясняем между собой, кто лучше. Так как перед этим турниром мы посетили множество турниров в Москве, то было легко танцевать и, в принципе, довольна результатом. Мария Казанцева занимается в студии уже 10 лет. Танцы – важная часть в жизни девушки. Вместе со своим партнером Мария постоянно совершенствует танцевальную технику и оттачивает мастерство в многочасовых репетициях. На самом деле вся тренировка как раз-таки 10 лет идет. То есть с самого начала до этого конкурса, до каждого конкурса мы тренируемся. К каждому конкурсу мы готовимся очень сильно заранее, мы знаем, на какие конкурсы мы будем ездить. Ходим на прогоны, как раз-таки танцуем очень много в неделю, чтобы на конкурсе представить свой лучший танец. На Кубке губернатора Нижегородской области достойно представили город Владислав Линяев и Татьяна Тукмакова. Ребята заняли 2-е и 3-е места в 2 номинациях, а также выполнили нормативы для получения 1-го взрослого спортивного разряда. А в категории юниоры 2-го места удостоилась пара Константина Боровкова и Софьи Соловьевой. Ребята отличают упорство и сильный соревновательный дух, поэтому они не останавливаются на достигнутом. В принципе, я довольна результатом, но я знаю, что мы способны на большее. То есть у нас есть еще много работы, много ошибок, которые надо исправить. Мы боремся очень за призовые места, очень хотим стать победителями, поэтому мы усердно тренируемся. И почти каждую неделю мы приезжаем в Нижний Новгород, чтобы брать дополнительные занятия с тренерами. После Нового года студия спортивного бального танца «Дека» откроет новый танцевальный сезон и продолжит участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.